Так, приветствую вас, друзья. С вами Александр. Сегодня я хотел вам рассказать о том, как купить себе активных партнеров на аукционе, да, если ваш баланс, ну, скажем, маленький, да, вы бы хотели себе купить здесь партнеров, да. Это можно сделать через раздел финансы, да, можно пополнить баланс. Вы пополняете баланс в любом для вас способе, да, вот рубли можете выбрать, например, 1000 рублей. Пополняете, выбираете любой способ, например, интеркассы, естественно, есть комиссия. Вот, и пополняете баланс любыми способами, которые для вас удобны. Вот, и тем самым ваш баланс пополняется, и вы можете купить себе активных партнеров на аукционе в Глобусе. Вот. Ну, чем хорош аукцион, да, то, что здесь уже участвуют люди, да, те, которые уже сами разобрались, да, уже поняли, как работает программа, установили ее и начали получать свои первые деньги на просмотре рекламы, да, рекламы или на сдаче аренды, да, дисплея, экрана, монитора, вот, своих устройств. Вот. Ту рекламу, которую мы видим ежедневно по телевизору, либо на компьютере, да, скажем так, просматривая сайты какие-то, мы за нее ни копейки не получаем. А компания Globus предлагает нам установить программку, да, и присылает рекламу, и мы за эту рекламу получаем денежку. Вот. И вот на аукционе люди приходят, регистрируются сами без участия партнеров, напрямую через компанию регистрируются и попадают, если они активные, они попадают в аукцион. И здесь уже как спонсоры их покупают. Естественно, чем баланс выше у этого партнера, да, тем значит он активнее. И когда он зарегистрировался, тоже имеет значение. Вот 2 дня Юлия зарегистрировалась, и у нее уже почти 10 центов. Ну, можно предположить, что она уже с команды, да, она набрала себе людей тоже, и они вместе работают. Ну, получают рекламу на свои гаджеты. Вот. Ну и так далее, да, когда активность тоже вы можете просматривать, это час назад получил рекламу, да, этот человек, 2 часа, 3 часа, 4 часа, час, вот час. Вот. И вот по этим критериям можно примерно предположить, что этот партнер действительно активен, да. Вот и это чисто мое мнение, да, почему я думаю, то, что здесь все-таки стоит покупать себе активных партнеров. Я думаю, все-таки это нормально. Я думаю, может быть, даже и лучше здесь покупать, потому что как бы они уже во всем разобрались и поняли, как работает эта программа. Это уже как бы, ну, большой плюс, я считаю. Объяснять уже ничего не нужно. Ну и, конечно, если есть вопросы, вы можете всегда задать своему спонсору, да, либо уже вышестоящему спонсору. Вот. И он вам расскажет, как он набирал команду, я набирал команду лично, приглашая своих знакомых, друзей, одноклассников, маму, родных подключил, вот. Друзей, да, еще раз, и так потихоньку начал набирать команду. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот, сегодня, вчера я получил 20 рекламных контактов, да, было у меня. И сегодня 17. Вот. Общее количество моих партнеров, которые я пригласил лично, да, 140. На второй линии уже 128, 58, 24, 6, 6. Ну, естественно, не все активные. Некоторые люди еще пока не разобрались, как работает эта программа, наверное, скорее всего. Либо для них это маленькие деньги. Ну, я считаю, какие бы ни были деньги, но это деньги все-таки. Даже на оплату интернета, как мой друг говорит, да, то, что я, когда я ему посоветовал, он согласился установить эту программу. Вот, и с этих денег он оплачивает просто интернет. Вот, пока. Вот сегодня, да, активных сколько сегодня у меня было, которые получали сегодня рекламу.
Это 22 человека, на первой линии, на второй линии 9 человек, на третьей линии 1 человек. И каждый день разное количество людей у вас активно. И вот с этих вот партнеров как раз компания мне платит бонусы, да, скажем так, за то, что они активны. Они также пользуются этой программой и получают рекламу. Давайте посмотрим доход, да, какой был. И вот смотрим, когда у меня вот такой доход был, тут я начал как раз уже с аукциона купать, да, активных партнеров. И видим то, что статистика явно выросла, да, то, что партнеры действительно активны. Сразу, допустим, даже если брать другую статистику, ну, я потом дальше вам покажу, да, то, что вот здесь вот все равно менее активные партнеры были. Вот. А когда я начал уже покупать активных партнеров с аукциона, да, видно то, что доход уже значительно увеличился, да, здесь было вот 7 центов, 8 центов, и тут дальше вот 16, 14, 15, 12, вот 16, почти 18 центов, это в день все, друзья, вот, и тем самым, видите, 32 человека активно, 29, 28, 32, 7, 27, и видите, аукцион все-таки работает, друзья, это, ну, как вот прямой показатель, да, того, то, что вот брать, если вот 9 месяц, вот, грубо говоря, за сентябрь, да, вот видите вы сами результат. А там принимайте решение, покупать вам на аукционе партнеров или нет. Я считаю, все-таки это стоит делать, потому что вот статистика налицо. Да, это были, конечно, расходы, да, ну, на этих партнеров, но зато они вот такая вот статистика уже становится. Так потихоньку наращивать, и будет доллар в день. Я думаю, доллар в день просто так. Я думаю, это уже результат достаточно хороший. 30 долларов в месяц, ну и так далее. Дальше потихоньку все это развивать, конечно, будет очень хорошо. Вот, друзья. Ну, всем удачи, пока. Покупайте партнеров. Счастливо.